Всем шалом, доброго времени суток. Давно не записывал видео. Ну, такая ситуация в стране. Да и работы хватало. Новые оптовые скупщики, новые покупатели. Не успеваю заснимать, уходит. Но вот так вот немножко накопилось. Притащил домой, буду все это чистить, а потом продавать. Думал в группе, ну не знаю, подумаю еще, в группе или в магазине проще. Поживем, увидим, что я решу. Ну сейчас так, в общем, запишу, что тут накопилось, а потом в шорцах уже выставлю, в каком состоянии было и чего достигнуто. Так, поехали. Что мы тут имеем? Царская Россия, 84-ка, 1874 год. Буду немножко играться ближе дальше. Хорошее состояние. Ну, трошки так подкушенное уже, да? Но такие года в коллекцию — это прелесть. На eBay разлетается. Тоже 84-ка, Царская Россия, интересный вариант, тут вот видно слово Одесса, то есть почище, что тут впереди, сзади, тоже 1884 вроде как, ну тоже немножечко поюзанная, но в общем нормально, не ушатанная в край, и попользоваться, и в коллекцию. Такие года — вот это вообще прелесть. Тут, конечно, счёс, вот, но это однозначно коллекционный вариант. Герб царской России. Сазиков, 1847, 84-ка. Потрясающе. Так, в принципе, все нормально. Все в порядке, но вот тут, конечно, в горе. Почерпали по сковородке, видать, или по казанку. Ну, я думаю, что можно или сточить как-то. Нормальный мастер, можно и напаять, и полирнуть. Так что, в принципе, не мертвый вариант. Восстановлю, в шорте будет видно, как будет выглядеть. Дальше у нас набор 6 десертных ложек СССР. Такой рисуночек хороший. Надо приближать. О. Так. И тут мы имеем 875-ка со звездой. ЗИД. Отличнейшее состояние. Почищу. Будет по красоте наборчик. Так, теперь у нас вот такой кубок. Низ дерево, верх серебро. Клеймочки все стоят. Я так думаю, какая-то, наверное, по клеймам надо будет потом разобраться. Но серебро, все нормально. Думаю, такая, знаете, подставочка под ручки, под карандаши, что-то такое. Тяжеленько. Почищу, будет огонь. Щипчики под сахар.
Зелек. Вот там клеймо. Стерлинг. Ну, формочка обычная, но щипчики классные. Тяжеленькие. Так, еще одни щипчики. Куриная нога. Очень красивая работа. Без вензеля, что очень важно. Тоже почище будут, красивенькие. Там клеймочка 800. С другой стороны тоже что-то там. В общем, ноги такие, лапы точнее, конкретные. Ложечка трошки ушатанная. Но этот вариант меня не пугает, потому что это сразу остается у меня дома. Что-то типа сканьки. Это у нас 12-лотовая. 12-лотовая, все осаживается в моем доме. Дальше оно не движется. Еще одна ложечка. Хорошее состояние. Вот такая штуковина тут. Еще мы такие имеем. Наводись резкость. 84-ка, 1865. С якорем. Чайная ложечка. Шикарнейшая. Следующая. Восемьдесят четверка, 1894, вроде как. Да. Тоже отличное состояние. Вся целенькая, не сдертая. Шикарная. С вензелем. Еще одна ложечка. Тут клейма. Так. Это у нас икорная ложечка. 800-ка. Большой размер. Такой, конечно, икру хлебать. Надо таки уметь зарабатывать. Еще одна икорная. Верхушечка обломана. Не хватает кусочка. Но ничего. 800-очка. Так, это у нас ложечка для маленьких детей. Маленький такой коротыш. Очень прикольный. Что-то тут подписано. Элизабет, наверное. Элизабет Стерлинг. Но нечастый экземпляр. Редкая такая. И смотрится классно. Элизабет можно стереть. Розочка. 800-ка. Шикарно. Тут какой-то матрос на баяне, я так думаю. Или дядя на баяне. Чего-то. Бремерхавен. 835-ка. Хэнмук.
Очень интересно. Еще ложечка. Очень красивая. Необычные тут эти краешки. Клеймочки. Будет шикарно выглядеть после чистки. Вот это вот интересный экземпляр. Какая-то тетя. Ну, платье со звездами, глаза какие-то непонятные. В общем, какая-то непонятная тетя, да? В чем прикол? Где тут? Потерял. О, шляпа. Сейчас, секунду. Потерялся я. Где-то было клеймо. Не могу найти. Где-то было клеймо. А, вот оно. Еще надо приближать. Смотрите, в чем прикол. 875-ка со звездой. Видите? В чем дальше прикол? Вьетнам. 900-ка. Это СССР во Вьетнаме заказывал серебро. Я уже с таким не раз сталкивался. И потом клепал свое клеймо сверху. 875-ка со звездой. Очень интересная ложечка. Небольшая такая. Хорошее исполнение. Так, переходим к вилочкам. Вилочка с розочкой. Фокусируйся. Приблизить надо. О, 800-ка. Ну, это все вычищается. Будет красиво. Вот такая первый раз ко мне залетает. Умные люди сразу поняли, что это. А кто не понял, это 84-ка царская Россия. Редчайший вариант. Маленькая вилочка. Просто шикарная. Так, израильская вилочка с могилой Рахель. Тоже первый раз не попадается с могилой Рахель. Много у меня израильских. С могилой Рахель первый раз попадается. И последнее на сегодня. Вот такая прелесть. Миниатюрненькая, маленькая. 835-ка. Ну, такая же прелесть, просто невероятная. Под легкие закуски, под оливочку, под грибочек. Прелесть. Легенькая, но очень классная. Вот, в принципе, и все. Выставляю это видео. Пишите в комментариях, что там, хотите такое в группе, не хотите. Готовы платить, не готовы. Без игрушек. Игрушек не будет. Все, завтра буду это все чистить. И выставлять шорцы, как было, как есть. Переходим на канал, смотрим шортс. Всем хорошей недели. Израилю победы. Храни нас Бог.
Шалом.